19 января православные отметят крещение Господня. В этот праздник принято окунаться в прорубь. В Магнитогорске это сделать можно на территории водно-грибной базы спортклуба «Металлург Магнитогорск». Там оборудуют и осветят три купели. Лед пилят, брызги летят. На территории водно-грибной базы спортивного клуба «Металлург Магнитогорск» готовят проруби. Это единственное оборудованное место в городе, где желающие могут в крещение окунуться в ледяную воду. Сотрудниками учреждения были изготовлены три купели глубиной 1,30 м, 1,40 м, 1,50 м. Купели оборудованы деревянными сходнями, по периметру оборудованы деревянными перилами с целью безопасности для наших посетителей. Также на территории оборудуют теплые помещения. Если пользование купелями бесплатное, то за посещение раздевалок надо будет заплатить, отмечают организаторы. На территории водно-грибной базы, опять же, будут предоставлены теплые помещения, где будут организованы переодевалки, мужские, женские. Будет предоставлен бесплатный чай. Маленьким нашим посетителям будут предоставлены сладкие угощения. Стоимость у нас не поменялась. Она будет составлять 150 рублей для взрослых, для детей от 10 до 14 лет 100 рублей, до 10 лет бесплатно. Также для безопасности на территории будут дежурить медики и спасатели. Но и самих посетителей просят соблюдать ряд рекомендаций. Например, перед тем, как зайти в прорубь, специалисты советуют разогреть тело, сделать разминку, выбирать удобную, не скользящую обувь, не находиться в ледяной воде более минуты во избежание переохлаждения организма, отказаться от спиртного, ну и, конечно, оценивать свои силы и состояние здоровья. Окунуться в ледяную воду желающие смогут не только в крещенскую ночь. Купели будут работать до 8 часов вечера 19 января. Ольга Аникина, Аркадий Стариков, телекомпания ТВ-Инт.